Всем привет! Всем огромный привет из Канады! Сегодня мы снова отправляемся в магазин Zara. Ну, так получилось у меня, что я подряд ходила в Zara. Сначала вот примеряла вещи, которые были в прошлом видео. И насмотрела всяких разных интересных пальто. И решила сходить посмотреть и попримерять пальто на осень. Не зимние еще, вот как-то зимних пальто пока еще мало, совсем пуховиков почти нету, а вот осенние пальто такие с подкладкой, без подкладки, шерстяные и синтетики, ну, в общем, такие демисезонные, как у нас их называли. Их очень много, и я взяла некоторые померить в примерочную, сняла небольшой вам такой обзор, не обзор, ну, просто вот по магазину ходила и снимала, какие есть пальто. А некоторые есть получше, похуже. Вот взяла примерочную, некоторые померить. Досмотрите до моих примерок. Все, надеюсь, что вам понравится и будет интересно. Всем привет! Всем огромный привет из примерочной Zara. Сегодня я снова в Zara. Если вам еще не надоело со своей Zara, то я надеюсь, что вам будет интересно посмотреть мое видео. Сегодня пальто. Пальто и один пиджак я принесла. Вы знаете, я когда в прошлый раз, в предыдущем видео моем была в Zara, я заметила там столько много интересных каких-то красивых пальто, но у меня не было времени тогда. Я вернулась снять еще одно видео, пальто, вот именно осеннее. Зимних как-то еще мало, пуховиков, шуб тоже совсем нету. Может быть, и не будет в этом году, я не знаю, может, кончилась мода на шубы уже, знаете, искусственные. Ну, натуральные уже давно кончилась. Да, и я была в другом магазине, а сейчас я поехала в магазин, который поближе к моему дому, и здесь как-то все не так интересно. Ну, короче, я из того, что было, то и полюбила, как говорится, пришлось смириться с тем, что есть. Но, как видите, я не пустая. Пришла в примерочную, кое-что я нашла. И будем сейчас примерять пальто. Для начала вам покажу мой сегодняшний лук. Ой, это лучше сделать. У меня очень маленькая сегодня примерочная, маленькая, грязная. Я, поверьте вы или нет, я немножко ее тут почистила, прежде чем начать снимать, потому что здесь комья пыли, грязные бумажки какие-то, этикетки, в общем. Короче. Да, значит, я сегодня черно-белая. Вот такая у меня юбка, пассированная. Черно-бело-серебряная. Черный у меня джемпер под горло, гольф, в клетку пальто. Черно-белая, пояс такой и сумочка. Черная кожаная, все с серебром. Строгая сегодня, ну и брошечка у меня сегодня на свитер. А сейчас я пальто сниму, собственно говоря, вам покажу. Я сегодня немножко Хэллоуин тоже. Ну, как в прошлый раз я была такая черно-оранжевая, в этот раз я прям такая черная, черно-серебряная. Вот такая у меня брошечка есть, красивенькая. И юбка такая в
принципе, знаете, интересно, она состоит, плессированная юбка из трех разных тканей. Вот такая ткань, потом вот такая вот, и вот здесь вот прозрачная. Ну, интересная такая, интересная. Ну, и черные сапоги обычно. Все, давайте будем примерять пальто. Кстати, то, в чем я одета, самое лучшее для примерки пальто, потому что как бы вот черная основа. Ну, конечно, не могла пройти мимо красного пальто, вы же понимаете. Оно не дешевое, вообще даже, я бы сказала, дорогое. Ну, давайте померим его, а потом будем рассматривать состав и все остальное. Что вам сказать, девочки? Это красиво. Красота – это страшная сила, как помните, было в одном фильме. Это действительно очень красивое пальто. Красное пальто, размер на мне large, поэтому застегивается он на мне легко. Вообще, если честно, у меня даже такое, знаете, свободное. Я так рада, если честно, потому что в последнее время я что-то уже и в large с трудом вхожу, поэтому... очень красиво, просто супер как красиво. Я действительно... черные пуговицы. И вот, особенно надев что-то черное под низ, черные сапоги, собственно, вам ничего больше и не надо. Если у вас костюм черный, то надевши сверху красное пальто, вы превращаетесь в очень элегантную женщину. Сейчас я возьму свою черную сумку. Черная сумочка, конечно, супер. Красиво, девочки. Что скажешь? Да, значит, пальто состоит 75% шерсти и 25% полиамид. Хороший состав, много шерсти в нем. Вот премиум quality ткань. Написано, что это премиум качество ткани. Размер large, как я уже и сказала. В принципе, оно довольно свободное. Так, довольно так свободно сидит. Вот это его номер, стоит оно $219. И это вот из серии вот этих вот пальто, которые шиты из итальянской ткани. Они были в прошлом году, вот так вот это называется, я не могу это прочесть, потому что это по-итальянски, наверное. Ну, в общем, вы знаете, барашка тут нарисован такой. Красивое пальто, очень красивый цвет, очень яркий для смелых девушек, но я думаю, что смелых девушек много. Следующее пальто очень красивого. Засунула руку в карман и подумала, ой, может, не стоит лучше. И так, знаете, остановила себя. И после предыдущего моего видео, где я там в кармане нашла бог весть что. В общем, если не смотрели, то обязательно посмотрите. Здесь ничего нет в карманах. Пальто очень красивого цвета, такого светло-ментолового. Вы знаете, когда я училась в школе, в 8 классе, у меня было такое пальто. Точно такого цвета. Ну, не такое, но такого цвета. Я помню, что мы достали по блату отрез шерстяной ткани, и мне в ателье сшили пальто, и оно было вот точно такого же цвета. Это было такой шик, я вообще ходила в нем как звезда города Минска. Вот, но на самом деле, действительно очень красивый цвет. Хочу вам сказать сразу, что эти пальто неимоверно огромного размера. Я примеряю размер small. Я когда в зале там снимала, вы видели, первое пальто висело на вешалке, было размера extra-extra small. И я увидела, что оно, в общем-то, довольно такое большое, объемное. Я сначала хотела взять extra small, потому что я видела, что они большие, эти пальто. Потом все-таки не рискнула и взяла small. Ну и, в общем, как бы вот small мне, в общем, так... Я в нем довольно себя просторно чувствую, и экстра смол был бы мне хорошо, наверное. Не знаю, то есть, конечно, оверсайз и все вот это вот, но как бы вот размер смол мне прям в принципе, а вот это я мерила ларчик. Ну, в общем, девочки, с размерами, как всегда, не разбериха полная, но пальто красивое. Ну, вот большое, видите, оно еще двубортное. Очень большой, прямо гигантский.
как я говорила, это размер small. Вот это его номер. Стоит оно $120. То есть девушки моей комплекции можете смело покупать себе размер extra small. Оно мне, в общем, вот это пальто довольно такое большое. Ну и состав его 100% полиэстер, само пальто, ткань пальто, и 100% полиэстер подкладка. Так что, ну, видите, оно и стоит намного дешевле, 120. Вот это стоит 220, то есть красное. То есть оно как бы на $100 дороже, потому что это искусственное полиэстер, а это шерсть. Но ткань очень приятная, очень мягкая, очень красивый цвет. А пуговицы, кстати, все вот такие вот сейчас простые, видите, не золотые никакие, ничего. В этом пальто тоже, в следующем пальто тоже простая пуговица. Ну, давайте, я забежала вперед, давайте будем дальше примерять. Следующее пальтишко бледно-розовое, видите, как мы сегодня идем? Красное, светло-зеленое, ментоловое такое, потом розовое, следующее у нас будет темно-зеленое. Так вот у меня сложилось сегодня. Красно-зеленое. Но разные оттенки. Светло-светло-розовое пальто. У меня есть розовое пальто из Зары. Я в прошлом году его примеряла и потом купила, в общем, на сейле. Я примеряла его за полную цену, а потом купила на сейле в одном из моих видео с прошлого года, когда я примеряла пальто из Зары. Очень красивое пальто. Хорошо сидит. Очень такой, знаете, нежно-красивый цвет. Он, в принципе, кажется почти белое, но на самом деле оно действительно... Очень-очень светло-розового цвета, нежно-розового цвета, очень красиво. Вы знаете, что я рада, что я вот во всем черном, потому что вот примеряя любую вещь, любое пальто цветное, когда на вас надето черное, полностью черный Total Black Look, любое пальто цветное, яркое и не очень, и пастельного цвета, и яркого цвета выглядит очень красиво. То есть... Если вы хотите носить цветное пальто, то самое лучшее под него надевать как бы Total Black или вообще какой-то однотонный цвет. Лучше, конечно, черный. Черный вообще совсем выглядит шикарно. Я небольшой любитель черного цвета, но в данном случае, вот сегодня такое у меня было настроение, но вот в данном случае это вот выглядит очень эффектно. Просто очень эффектно, когда у вас Total Black и сверху какое-то цветное пальто. Видите, какая у него ткань? Такая буклированная немножко, очень приятная. Но оно совершенно без подкладки, что, в общем-то, минус, конечно. Легкое такое пальтишко. Размер я мерила medium. Стоит оно $120. Делайте скриншот, если вы хотите его номера знать. Есть всякие интересные надписи. В общем, это вот эта их линейка Join Life, которая имеется в виду всякие, ну, в общем, охраняем окружающую среду. И состав у него 100% полиэстер. Да, в общем. Хотя, опять же, на ощупь очень приятное, очень такое, знаете, мягенькое, хорошенькое пальто. Ну, конечно, знаем о любовь к зеленому цвету. Я, естественно, не могла пройти мимо этого пальто. Честно сказать, это мое самое нелюбимое. Меньше всего оно мне нравится. Вот за счет не очень актуального фасона, вот такой вот длины, не очень понятной мне, ширины, в общем-то, оно такое узенькое. Хотя это размер large, по-моему, да? Да, размер large. Ну... Зато цвет красивый, очень красивый цвет. Ну, в принципе, такие пальто лучше всего, конечно, носить не с юбкой, наверное, а с джинсами или с брюками с каким-то. Да, с брюками скорее, потому что оно такое больше похоже на пиджак. У меня, кстати, есть еще один пиджак, я принесла с собой. Хотела два, но один красный я хотела, я в зале его снимала. Но не было моего размера, был только смол, а смол никак не налезет, поэтому я... Его не взяла. Принесла другой черный пиджак. Немножко такой интересный, покажу сейчас.
Короче, вот такое вот пальто, ну, не знаю, оно не очень актуального фасона, конечно же, но, в принципе, это такой стиль деловой, с каким-то костюмом, с деловыми брючками, потому что длина его как бы такая, знаете, не очень для юбок хорошо, по-моему. Не знаю. У них много таких пальто, кстати, вот именно вот такой вот длины, разных цветов. Бежевый есть такой, еще, по-моему, какой-то, я не помню, какой-то цвет. Но это как-то странно, мне не совсем актуальный фасон, но... Зара иногда делает, в общем-то, вещи такие, знаете, старомодно-классические, потому что, в принципе, это пальто классическое. Даже я бы сказала, что это длинный жакет, это даже, в общем-то, и не пальто. Хотя, судя по этикетке, оно сделано из хороших материалов, и стоит оно прилично. Но мы сейчас все рассмотрим. Ну что, оно, в принципе, размер large. Видите, насколько вот это extra small, вот это large, но оно мне велико. Ну, не велико, но, в принципе, свободно. Это extra small, мне свободно. Нет, это small, довольно свободно мне. Это large, примерно так же на мне сидит. Это medium, примерно так же на мне сидит. А этот large, в общем-то, на мне так плотненько. Так что вот в Заре все очень-очень зависит от фасона. Стоит оно $200. Почему? Потому что оно, в принципе, сделано из такой же ткани, как красное пальто. Вот этой вот высококачественной ткани из Италии. Здесь та же самая этикетка. И состав его 75% шерсть, 25% полиэстер. И подкладка 100% вискозы. То же самое, кстати, как в красном пальто. Там тоже подкладка 100% вискозы. И давайте я померю еще один пиджак, который я принесла. Просто такой интересный. Я хочу вам его показать. Показался мне интересным этот пиджачок. Я его прихватила с собой в примерочную. Он не очень подходит к моему сегодняшнему аутфиту. В том смысле, что у меня здесь вот все серебряное. А здесь, в общем-то, эта оторочка золотая. Это такой, знаете, камзольчик. Интересный. Вот что-то в нем есть. Интересные вот эти вот нашивки на рукавах, по краю. Вот эти пуговицы такие прикольные. И, в общем-то, фасон. Коротенький такой, знаете, воротничок под горшку. Ну, необычный. А, интересно, еще плечо хотела вам показать. Видите, как сделано? Такой, как будто бы... нахлёст здесь. Не знаю, как это называется. Погон? Нет, не погон. Погончик это вот такой. А это крылышко какое-то на плече. Не знаю, не знаю, как называется. Ну вот, симпатичный такой, да? Там был еще такой красный, красивый красный пиджак с золотыми пуговицами. Я так хотела его померить. Я думаю, что он бы мне подошел так к моему аутфиту. Но не было моего размера. Так, ну что... Это размер medium, и он мне очень плотно, очень плотно. И стоит он $100, недешево. Ну, собственно, пиджаки в Заре так и стоят. Он прямо из такой пальтовой ткани, карманчики, вот эта вот нашивка такая тесьма интересная здесь. Ну и в нем 48% шерсти, 48% шерсти, все остальное всякий полиэстер. Подкладка 100% полиэстер, ну, в общем, полушерстяной, за это он стоит $100. Ну, на любителя, конечно, но мне кажется, он интересный. Хотел сказать по поводу вот розового пальто, которое вот это вот. Оно симпатичное, но я вот в черном, и я вся, смотрите, не знаю, видно вам или нет, но мой черный свитер весь... После того, как я его сняла, весь остался в светло-розовом белом налете. Поэтому возьмите это в расчет, девочки, вот это розовое пальто. Оно без подкладки, и вот эта ткань изнутри, она очень-очень лезет. То есть вот особенно на черном цвете, прямо, может, на камере не видно, но мне видно, потому что у меня прямо весь свитер в этом в пуху от него. Ну что, девушки, присела с вами попрощаться. На самом деле, у меня такие неудобные...
такие высокие каблуки, у меня так болят ноги. Я тут побегала по магазину, потом все эти примерки, в общем, попрощаться решила присесть, потому что уже как бы нет моей мочи стоять на этих каблуках. А, все, девочки, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что я вам не очень надоела с Зарой, следующий магазин будет другой, или вообще будет не магазин, а будет что-нибудь другое. А, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам понравилось. До следующих встреч. С вами была Дита из Канады. Люблю, целую. Пока-пока.